Братцы, всем ассаламу алейкум, доброго времени суток. Сейчас я покажу седьмой квест от смотрителя маяка. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Давай седьмой квест сюда нахуй. Работа есть, брат? Работа. Работа есть? Есть? Конечно, есть. Только не трать мое время зря. Хорошо, брат, будет сделано. Отлично. Будет время, заходи. Не слышу пока. Сейчас, подожди. Так, отсюда вышли, смотрим задачи. След из хлебных крошек. Нужно убить 20 рейдеров. Я выполнял это на локации лаборатория, но, возможно, можно и сделать на резерве. Папа наш. Он все, всегда на маму. Ай, вот. Давай мясо! Давай мясо! Братцы, после того, как вы убьете 20 рейдеров, нужно будет осмотреть оружейную тест-зону и осмотреть комнату экспериментов. Погнали, покажу, где это на лаборатории. Так, братцы, это центр карты. Мид. Погнали. Вот она, оружейная тест-зона. Вам нужно будет просто зайти сюда. И в правом нижнем углу зафиксируется то, что квест выполнен. После этого пробегаем по центру. Прям вот сюда. Вот она, наша родимая черная лап-карта. Я бедный стример, у меня нет черной лап-карты. Вам нужно будет зайти сюда, зайти вот в эту комнату. Прям до середины дойдете, и у вас в правом нижнем углу зафиксируется выполнение квеста. Братцы, после того, как вы осмотрите оружейную тест-зону и комнату с экспериментами, нужно будет найти магнитную кассету в комнате управляющего и передать эту кассету смотрителю маяка. Погнали, покажу, где я нашел эту кассету. Комната управляющего. Проходим вот сюда, открываем. У нее динамический спаун, поэтому она может заспауниться у каждого по-разному. Я искал в этой комнате, не нашел. Прошел сюда и нашел на этом большом столе. Поэтому, ребята, ищите и отнесите эту магнитную кассету к смотрителю маяка. Надеюсь, откину. Что-то важное. Конечно, важное, брат. Я выполнил твой квест. Забери дисконтную карту свою. Не за что, брат. Есть работа? Мы только начали общаться. Хорошо. Все будет. Отлично. Ну-ка, гони, ништяк какой-нибудь. Смотри аккуратней с этим. Хорошо, буду аккуратен, брат. Прорабатываю вопрос. Не торопи события. Все на этом. Счастливо. Так, что он дал? Опа. Смотрите, что он дал. Ха. Ну, это передатчик дал, прикинь. Братцы, на этом седьмой квест от смотрителя маяка под названием «След из хлебных крошек» завершен. Братцы, ждем 24 часа для выполнения восьмого квеста. Вам всем огромнейшее спасибо, ребят, за ваши лайки, дизлайки, комментарии. Спасибо большое. Всем ассаламу алейкум и мирного неба над головой.